Ну, вы сегодня как никогда были эмоциональны на своей позиции. Насколько вот ожидаемое отличалось от реальности? Ну, в принципе, мы готовились сегодня к такой игре, что соперник будет больше обороняться, мы будем больше атаковать. В принципе, так и вышло. Мы создали много опасных моментов, голевых моментов очень тоже много. Вот, ну, как часто бывает, когда забиваешь один, в общем, немного успокаиваешься. И опять же, удаление это очень опасная ситуация, когда в любой момент можно пропустить мяч, поэтому и такая эмоциональная реакция у нас на скамейке была на все действия футболистов. Но в меньшинстве, когда был соперник, мы опять-таки не смогли забить. Ну, в прошлом матче в конце забили, сегодня не забили. Это претензия к игрокам? Да, конечно же, будем разбирать эти моменты, но в отличие от прошлой игры, здесь много моментов было. Перцев один в один на линии мяч катался. Ну, в общем, много подходов было. Ну, будем разговаривать, убеждать ребят и тренировать, чтобы более ответственно относились к этим моментам. В случае с забитым мячом, там все-таки пас, наверное, более самоценен, да? Да, конечно, да. Там Красов выдержал паузу, да, сделал передачу. Ну, исполнение тоже, конечно, было великолепно. Жара пацанов сильно подкосила, как вам кажется? Ну, мы уже которую игру играем при жаре, поэтому я думаю, что мы адаптировались к данной ситуации. И натуральное поле, конечно же, помогает в этом. Есть ли обратная связь с тренерским штабом? Главная команда, довольны ли они нашими пацанами? Ну, рано об этом говорить, довольны или нет. Сейчас 4 человека принимают участие в тренировочном процессе. Дальше будем встречаться, разговаривать. Вы сейчас где тренируетесь? Мы сейчас тренируемся на стадионе «Факел». Тоже натуральное поле, довольно-таки хорошего качества. Условия отличные. И тренировок хватает? Да, тренировок хватает, все хватает. А играть будете дальше здесь? Пока не могу сказать. Пока не могу. Вам дальше предстоит еще один не самый сильный соперник. Будете какие-то эксперименты? Я проявлять? Бы не сказал, что не сильный. Команда забивает в каждом матче. То, что они пропускают, да, и тем более мы играем на выезде, где, несомненно, будет усиление из основной команды. Команда уже собралась, и поэтому очень сложный выезд будет.